Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в программе «Хлеб на каждый день». И мы с вами уже в 38-м псалме, движемся дальше, наблюдаем за путем, наблюдаем за сердцем, и что Бог говорит внутри нас. И даже когда молчал Давид, то скорбь его подвиглась. И поэтому наша задача действительно научиться молчать до тех пор, пока возгорится Божий огонь внутри нас. Не торопиться своим языком делать выводы или кого-то обвинять, либо кого-то оправдывать, или самих себя пытаться оправдать, или освободить от какой-то черноты. Господь знает, как Он нас одевает в свои одежды праведности, и праведник, он смел, как лев. Поэтому я благословляю себя и вас такой смелостью, потому что праведнику нечего бояться. А вот ленивец говорит: лев на площади, я буду там типа сидеть дома. То поэтому, если человек пытается оправдаться в своем бездействии, что какая-то опасность на пути, поэтому лучше сейчас ничего не делать, а на самом-то деле, друзья, дни наши утекают, и достаточно быстро. И поэтому, если мы не считаем благоприятным сегодняшнее время что-то делать, то кто сказал, что оно будет лучше завтра? Поэтому нам надо сегодня делать то, к чему нас призвал Господь. И делать это независимо от того, что мы видим или слышим из окружающего мира. Потому что опасности могут подниматься. Но если мы не теряем фокуса, если мы стоим на твердом основании, которое Бог заложил во Христе Иисусе для нас, а Его Слово сделал путеводным знаком, как светильником для ноги, то надо этим пользоваться. И на самом деле мы можем творить Божью волю, независимо от того, что происходит в этом мире, потому что тьма усиливается. В мире тьма усиливается, но над нами сияет Божий свет. Почему? Потому что этот свет воссиял сначала внутри. И когда мы дали возможность свету охватить наше сердце, наш разум, наш внутренний мир, то этот свет тьму прогоняет. Давайте вспомним, с чего начиналось творение. Божий Дух носился над тьмою. И сказал Бог: да будет свет. Он не усилил тьму. Он не стал говорить: да будет тьма еще сильнее, или я там буду бороться с тьмой. Нет, он просто зажег свет. И он сказал словом, и этот свет явился. Да будет свет. Поэтому я хочу для этого сезона высвобождать то же слово. Да будет свет. И свет, он на ком-то основывается. В данном случае это Божьи дети, которых Он сказал, что вы свет этому миру. И когда есть дети света, тогда свет на этой земле, он начинает распространяться. И то, что мы с вами читаем, сказанное от Духа Божьего внутри Давида, как он это описал в виде огня, который загорелся в его сердце, осветил разум и затем наполнил язык этими речами. Очередной текст Писания, 8. «И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя?» На самом деле мы можем сегодня, осматривая вокруг то, что происходит в этом мире, сказать: Господи, а чего мне ожидать? Лучше-то, друзья, не будет, и это не то, чтобы плохая новость, а это просто понимание сезона, где мы с вами находимся, где мы живем, и поэтому лучше только нас ожидает в Боге. Лучше – это разница между служащими и неслужащими. И поэтому тот, кто запасал масло, сегодня этим маслом будет жив. И, соответственно, когда проснулись все девы, то поправили светильник 10 дев, но у 5 там был запас, и поэтому поправленные светильники не гасли, а те, которые их поправили, но не было масла, они стали гаснуть. И сегодня тот сезон, когда у многих людей вера начинает колебаться, потому что слишком много непредсказуемых, по нашему взгляду, событий, а на самом деле они уже описаны в Священном Писании много лет назад, через Иоанна. Если вы помните, когда Иисус сказал про Иоанна: «А что тебе до того, если я хочу, чтобы он прибыл до тех пор, пока я приду?» То есть Иоанн увидел будущность, наши дни, и сегодня мы можем быть в числе тех людей, кто эту будущность считывает из книги Откровения. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем с Давидом сегодня сказать: «И ныне чего же отдать мне, Господи, надежда моя на Тебя?» И мы упование свое возложили на Тебя и возлагаем еще больше и больше, чтобы слава Твоя явилась в этот мир, чтобы слава
имени Твоего стало известно, чтобы познание этой славы нами Ты распространил как благоухание познания о Тебе. И я благодарю Тебя, что мы об этом просим, молимся и получаем просимое, исходя из того, кто наш Бог, исходя из того, какие у нас есть упование и надежда, и какие у Тебя есть ответы для нас. Пусть они придут вовремя, а наши сердца успокоятся в уповании, в ожидании сияния славы на планете Земля, чтобы всякая плоть узрела Твое спасение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.